Приветствую вас, возьмем гости, братья и сестры. Сегодня мы вспоминаем день памяти апостола Андрея Первозванного, первого ученика Христа. Сначала он был учеником Иоанна Крестителя, который и указал на Христа, как на Мессию. И он, конечно, по доверию и обратился к нему. А затем апостол Андрей Первозванный призвал и своего брата, апостола Петра. Они были первыми. Много потрудился апостол Андрей Первозванный. Как мы знаем, он дошел до Киева, сегодняшний Киев, да, и когда стоял на горе, сказал, здесь будет град, и много Господь воздвинет церквей. Также мы помним, что он пострадал на кресте, но не был прибит, а был привязан. Это было в городе Патмос, а сегодня уже мощь его находится в Константинополе, да. Сегодняшний Истамбул, но они были в том числе перенесены. Мы знаем, что наши воины, морфлот, также имеют флаг, андрейский флаг. Вообще очень много мы обращаемся молитвенно к святому Андрею, и воины, и путешествующие с молитвенной просьбой, чтобы он и укрепил, и спутешествовал все нам. Вам желаю доброго здравия души и тела, особенно сегодня те знаменитым Андреем. Храни милосердный Господь.